Господина нашего, Бога Преосвященнейшего Владимира Митрополита Кишиневского и сия Молдовы, и Господина нашего Преосвященнейшего Анатолия, епископа Комрадского и Кагульского, да поминет Господь Бог во царстве Своем, всегда ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы православные, весь священнический монашеский чин, притчи церковные, создатели, благоукрасители, жертвующих на святый храм сей, труждающихся и поющих в нем, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царстве Своем, всегда, ныне и присно, и во веки веков. Часа слепых и ушесах глухих услышат, тогда скочит хромые, каилень, ясен будет язык угнивых, яко проразися пустыни вода, и дебри в земле жаждущий, и будет безводные блаты, и в жаждущей земле источник воды будет, там он будет веселее птиц во дворении сиреновой трости и блата, там он будет путь чистый, путь свят наречется, и не мимо едет там он нечист, ниже будет там он путь нечистый, и Россия ниже будет по нему и не забудет. И не будет там льва, ниже от зверя лютый сидит ночь, ниже обрячется там, оно пойдет по нему избавленница, собранный от Господа, и обратятся и придут Сион с весельем и радостью, и веселье вечное над главою их. Вола и радование, и веселье постигнет их, отбежи болезнь, печали и воздыхание. Премудрость, главы ваша, Господи, преклоните. Боися освящение наше, и Тебе славу и благодарение и поклонение воссылаем с обезначальным Твоим Отцем и Пресвятыми Благим, и животворящим Твоим Духом, ныне и присно, и во веки веков. Воеварда, не крещающийся Тебе, Господи, героическое веся поклонение роди. Твою орда, не крещающуюся Тебе, Господи, Троице Твоевися поклонение роди. Телеву Господи, слушай Тебе, возлюбленного Те Сына именую. С праздником! Allah'ımız bize de hepimize yardımcı olsun. Bizim de canlarımızı paklasın, pişmanlık versin bize hepimize.
Dabu yazmı ağız nebisa düşerini alalım, kendimiz de içelim. Yevdiklerine de götürelim. Yevlerimizde serpelim. Yani hayvanlar da onlar içinde hep heresini serpelim. Hani asveşat olsun, abnavlatsa olsun bu yurtu olan bizim yevlerimiz, bizim yaşamamız. Buna Allah'ımız yardımcı olsun. Yurtu olan kutlarım size. Boca yardımcı olsun. Sağ olun. Serpes içeri. Serpes kuşlara onlar içine pek şükür Allah hani veri daha sağlıklanıyız bu ayazmacıklarla. Pek şey. Pek güzel oldu sürbamız. Pek şey. Sabırın işte aşkarına biz okuyuz mu? Tabii içiz ayımla. Sonra da işte serpes her sene içerileri hayvanların nesnesini bütün avluk her sene. Da sonra sabahın her sabah birer çık. İşte alıyızan dua ediyiz Allah'a. Tutsun bizimle sağlıkla hem de kuvvet versin bize. Bu ay yazmıyla bu büyük gün bizde hep söz vaatisi oluyor. Olmuş bugün de biz de bu ay yazmıyla içeceğiz. Serpçiz havluları, hayvanlara, hepiciğine de büyük günden de değil açışat edelim bir açık. Teritori yerin dolayın hepsini.